37-летняя Алена Водонаева высказалась о самой животрепещущей теме последнего времени. Инстадива прокомментировала возможное воссоединение 56-летнего Брэда Питта и 50-летней Дженнифер Энистон. На церемонии награждения гильдии киноактеров в США произошел фурор. Бывшие супруги впервые после расставания встретились на виду у фотографов. Когда Дженнифер вручали награду на сцене, Брэд, не отрываясь, смотрел трансляцию на экране, отметила Алена. Она считает, что все равно счастливого конца, которого ждут поклонники пары, не будет. Звезда подчеркнула, что Дженнифер не захочет возвращаться к бывшему мужу. Даже если возвращение Питта – это мечта всей ее жизни, то она себе этого позволить не может. Ведь для целого поколения Энистон синоним брошенной женщины, которая справилась и восстала из пепла. Ее просто не поймут, прими она Брэда обратно, цитирует 7 дней слова экс-участницы российского реалити-шоу. Годы жизни с Анджелиной Джоли оказались сложными для Брэда Питта. Несмотря на это, Алена уверена, что и актер не захочет возвращения в тихую гавань. Не думаю, что эта пара сможет войти в ту же воду, и Брэд, и Дженнифер прошли слишком большой путь, резюмировала Водонаева. Недавно Алена нашла приличный способ оскорбить претендентов на муткапитал. Ранее ее высказывания всколыхнули общественность. Спикер Госдумы пригрозил Инстадиве штрафом в 100 миллионов.